Всем привет! Это видео будет небольшой обзор, как небольшой обзор двух вариантов мостов для автомоделей 10 масштаба, рассчитанных на колею от 280 до 290 мм. В качестве вариантов для сравнения я выбрал мосты, которые у меня были и на данный момент есть. Первый из них – это коробка моста от фирмы RC4VD для Axial Rate с центрированным дифференциалом. И второй вариант для сравнения я выбрал для такого мини-обзора – это мост, вернее, копия моста от фирмы RC4VD из набора Hardcore Short Course. Общей чертой обоих этих мостов является то, что ни один из них больше не производится фирмой RC4VD, и купить новый вариант такого моста ни одного из них не представляется возможным, к сожалению. В этом видео я попробую рассказать о наиболее важных особенностях этих мостов и из чего они состоят, что у них внутри. И начну я, пожалуй, с первого варианта, с коробки моста для Axial Rate. Итак, первый вариант моста, как я говорил, это коробка от моста. Почему называется коробкой? Потому что в комплект на самом деле входит только лишь часть, в которой включен дифференциал полуоси и крепление для верхних тяг. Вот это вот крепление входит в комплект. Окончание моста в комплект не входит, впрочем, как и хексы. Внутренности, сам, собственно, дифференциал или же блокировка для дифференциала, выход для кардана также не входит в комплект этого моста, также не входит в комплект подшипники. Таким образом, чтобы привести его в надлежащий вид, нужно докупить, еще где-то найти, собственно, окончание, все недостающие части. Также не входит, я забыл сказать, что не входит в комплект моста крышка дифференциала. Ее также необходимо покупать отдельно, чтобы собрать мост и привести его в эксплуатационный вид. Внутренности моста от RC4VD для Axial Rate. Значит, под сведением, естественно, стоит дифференциал, в котором находится вот такой вот блокировщик. Работает это следующим образом. В него, вот в эти пазы, если тут видно хорошо, вставляются полуоси с каждого боку. Одну открутил, чтобы видно было там внутри. Вот видно, как туда полуоси вставляются, и это все вместе начинает крутиться. Дифференциал в этом варианте моста закрепляется специальными скобами. Вот с одной стороны видно, что я оставил ее закрепленную, а с этой стороны убрал сама полуось внутри. Чтобы вынуть, необходимо снять окончание, открутить винты. И вот таким вот образом она вынимается. На конце идет шлиц, который вставляется в блокировщик. Вот таким вот образом. Значит, получается, что в этом варианте моста подшипник здесь есть один, и второй подшипник полуось, который становится возле хексов прямо на окончании. И в сборе это вставляется и таким вот образом работает. Единственное, я бы рекомендовал тем, кто будет использовать такой вариант, если еще его будут производить, это то, что крепление окончаний реализовано с помощью двух винтов.
один снизу и сверху. И в режиме эксплуатации проходит, что винты откручиваются, то начинается вот такое биение. Вот, видно, что он может ходить даже при закрученных здесь винтах. Для того, чтобы это избежать, можно сделать здесь отверстие в окончании третье, которого нет изначально. И в самой коробке моста есть уже отверстия под 4. Есть 4 отверстия с резьбой, которые можно использовать. И, сделав отверстие в окончании, можно установить туда третий винт, который не позволит происходить этому биению. Вот, пожалуй, все, что касается этого варианта моста. Итак, второй вариант – это, собственно, копия моста от фирмы RC4WD из комплекта Hardcore Short Course. Почему копия? Потому что на самом деле это распечатанная на 3D-принтере модель, повторяющая полностью форму моста от RC4WD. В силу того, что у меня не было возможности приобрести оригинальную версию этого моста, так как он был снят с производства, поэтому я решил сделать его копию. Надо сказать, что этот мост уже прошел первое испытание и, в общем-то, выполнил как бы все мои ожидания, которые я на него возлагал. Значит, что состоит он из передней панели, задней панели. Естественно, в комплект в оригинального моста входят внутреннее содержимое, дифференциал и все полуоси, и подшипники, в общем-то, также крепление для верхних тяг входит в комплект моста. Также сюда еще в оригинальный мост входит комплект креплений для рычагов, но в силу того, что это копия, у меня этих креплений нет, также нет и крепления для верхних тяг, поэтому такое крепление было сделано вручную. Теперь я покажу, собственно, из чего состоит копия моста от RC4WD для шорт-курса. Как видно уже сразу, что здесь на полуось приходится 1, 2, 3 подшипника, но можно поставить еще и четвертый вот в этот паз, но я не ставлю, потому что мне пока достаточно и этого количества подшипников. Значит, состоит он из двух половинок, как я уже и сказал, задняя половинка и передняя, которые скручиваются винтами. Вот, собственно, передняя. Работает точно так же по принципу того же, как и работает и прош, и мост вот для рейс, но с исключением того, что здесь используются другие немножко полуоси. Хотя они взаимозаменяемы, можно из того моста поставить полуось на этот мост. Они точно так же будут работать. Стоит внутри дифференциала, стоит блокировщик, тот же самый. Вот такой. Полуоси, значит, вставляются в него таким же образом. Вот одна полуось, вторая точно такая же вставляется, и происходит вращение. Этот мост гораздо проще в сборке, нежели коробка от моста для Excel Race, потому что здесь всего лишь две части, которые нужно соединить между собой. Там же их аж 5. Что еще можно сказать? Скрепляются эти две половинки следующим образом. Таким вот образом. Скрепляются. И тут количество 1, 2, 3, 6. 6 винтов по бокам. И 6 винтов в районе дифференциала, который закрепляет коробку. В данном случае этот мост, как я уже и сказал, он отпечатан. Видно слои с печати. Но пока что он работает
меня вполне устраивает. На этом я, пожалуй, закончу текущий обзор, потому что, как я говорил, он не должен быть большим. Если есть какие-то комментарии, оставляйте их ниже в видео. Если есть вопросы, тоже не стесняйтесь. Всем спасибо за внимание. Пока!